Привет, ребят! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как набрать 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков на своем канале. Итак, первое, что вы должны понимать, это не вот так делается. Это делается не за один, не за два дня, даже не за месяц. Для того, чтобы это сделать, нужно набраться терпения. Первое, к чему мы должны приступить, это начать записывать видео. Неважно как, криво, косо, но первое, что мы должны понять, это выбрать тематику своего канала. Это я для тех говорю, кто вообще еще не поймет, о чем его канал и для чего он его создал вообще. Если вы хотите точно так же, как и я, допустим, про заработок в интернете рассказывать, тогда с этого и начинайте. Начинайте смотреть любые каналы о заработке в интернете, да даже мой. Смотрите на моем канале, допустим, какие у меня самые популярные видео, да? Допустим, вы здесь нажмете «Видео» на моем канале и нажмете «Самые популярные». Тогда перед вами появятся здесь вот самые мои популярные видосы, и вы можете смотреть по ним, то есть, ага, почему не популярные, какие я ключевые слова использовал и для чего вообще. В этом нам поможет WordStat. То есть здесь, допустим, вот давайте посмотрим заработок в Украине, да, вот у меня популярный видос. Там, заработок в Украине. Вот мы видим, что, ну, сейчас, конечно, просели просмотры, раньше этого было намного больше. Давайте посмотрим следующее, там, киви на биткоин. Киви на биткоин. Смотрим уже побольше, да, вот 4000 вводят, то есть, и еще, если еще поиграться с этими, с этим ключевым словом, то есть биткоин на киви и так далее, там, или просто как пополнить биткоин, да. Короче, в этом вы всего, во всем вы должны шарить, я вообще отошел от темы, в этом во всем вы должны шарить, эти ключевые слова вы должны вставлять в свое видео, в название своего видео, обязательно. То есть, если вам хочется записать, как заработать в интернете, и вы знаете, да, это. Если у вас своя тема, тема рыбалки, неважно, что вы вообще там, об автомобилях, в чем вы разбираетесь, то вы пишите, обязательно. То есть вы в этом должны хоть как-то разбираться. Естественно, далее вы должны уже расти. То есть вы свою тему должны, свою нишу знать на 1000%, чтобы круче вас не было. Вот, и вы видите, да, сколько вот ключевых слов, и вы выбираете там, допустим, как заработать в интернете без вложений, ключевое слово, да, там на таком-то, таком-то сайте. Но самое главное, что вот это вот ключевое слово должно быть в вашем видео. И так далее, записывайте видео хотя бы каждый день, можно через день, но желательно каждый день. Для чего это надо? Для того, чтобы YouTube видел, что ваш канал непростой, что он не просто так записал один видео там и через месяц вы зашли, опять записали. То есть он видит, что вы настроены серьезно, вы работаете усердно, стараетесь, и ваши видео вы сами увидите, убедитесь в этом на 1000%, что начнет подниматься. То есть, допустим, вот у вас видосы будут там 2-3 просмотра, 10 просмотров, 5 просмотров. Потом вы смотрите, опа, там уже где-то 200 просмотров. И 200 с чем-то, и пополняется, увеличивается. У меня тоже, видите, я только вот начинающий видеоблогер, да. У меня вот просмотров практически нет еще. Там 196, там 343 и так далее. Там вот где-то 500 там выстреливает. Потом, оп, там где-то 1000 выстрелил. Ага, там неплохо, да, типа там. Потом опять вот нет. Потом, оп, 2700. Где-то выстрелила и так далее. Вот так вот будет и у вас. Можете мне поверить, я в этом разбираюсь на 1000%. Вот видите, у меня нету, опять вот выстрелила. Это из-за того, что здесь есть ключевые слова. Как вывести деньги с киви. А у вас, неважно какая у вас будет тематика, там, продажа авто. Смотрите, если вы разбираетесь, как продавать автомобили, там, продажа авто с пробегом, там, и так далее, вы об этом во всем можете писать, обязательно вставляйте эти ключевые слова. Что мы делаем далее? Просмотры у нас пошли, но подписчиков все так же нет, то есть единицы, да, там. То есть 4000 часов просмотра набрать — это вообще ерунда, это
вы реально сможете это сделать за месяц, за два, у вас уже это будет. То есть этот порог уже преодолели. Что делать с подписчиками? С подписчиками, конечно, сложнее намного. Их можно, конечно, накручивать на таких там буксах, как, допустим, да, там, Waymail, там, SEO Sprint и так далее. Там, соцпаблик, вот они. Но нас как бы интересует бесплатная, да, бесплатная накрутка, бесплатная. Нужно 1000 подписчиков. Для этого нам нужно просто ввести запрос, и в этом ничего такого нет. Многие плюются, типа, взаимно подпишусь. Многие говорят, что... Ну, не многие, так, некоторые говорят, типа, что это все фигня. Но на самом деле таких видео много. Вот, взаимно подпишусь, у кого мало подписчиков, взаимно подпишусь, взаимная подписка. Взаимно. То есть, вот эти все видосы, это все каналы, которые пытаются, я уверен, набрать эту 1000 подписчиков, чтобы им подключили монетизацию. Это нужно только для того, чтобы преодолеть этот порог. То есть, я тоже так делал. Я тоже так делал, потом я просто переименовал свой видос. Он у меня когда-то назывался «Взаимно подпишусь на канал YouTube». И мне приходили подписки. Но я не ради делал монетизации, я ее только подключил вот неделю назад. Я это делал просто, чтобы нагребсти себе подписчиков. Вот, и какую-то часть я себе нагреб. Также можете сделать и вы. Вот, это самый главный такой, наверное, принцип, как набрать себе подписчиков. Ну, повторюсь, также еще подписчики будут приходить 100% от просмотров вашего видео. То есть, чем больше вы запишете видосов, тем больше у вас будет подписчиков. Поставьте себе цель, допустим, там за 3-4 месяца, да, там за полгода, за 3-4, да, вы навряд ли наберете, за полгода набрать себе такой-то результат. Не думайте, блин, не думайте, что вы наберете себе эту 1000 подписчиков за неделю. Можно их, конечно, накрутить, но учитывайте то, что вот на соцпаблик, в email, SEO Sprint, там люди не особо честные. Вообще люди, в принципе, не особо честные все. И они, как только подпишутся на ваш канал, вы им заплатите, они без проблем могут отписаться от вашего канала и все. И вы будете думать, о, блин. Потому что должно еще пройти месяц, чтобы YouTube одобрил вашу монетизацию, чтобы он подтвердил, что вы его партнер. То есть вот такие вот пирожки. Поэтому взаимная подписка — это то, что вам надо. То, что надо. И, ну и, конечно же, ваши уникальные подписчики, которые будут подписываться от ваших видосов. Это тоже очень классно. Можете еще обязательно свои видосы кидайте во все свои социальные сети. Если вы не во всех социальных сетях, еще. Тогда вам нужно в них зарегистрироваться. Зарегистрироваться не для того, типа, говорить, да нафиг мне нужна эта социальная сеть. Нет, она вам нужна. Она вам нужна для того, чтобы вы скидывали туда свои видосы. Везде, где только можно. На этом все, ребят. Вот такой вот видос я решил записать. Подписывайтесь на мой канал, если было интересно. И вот так, кстати, тоже в конце видео говорите, как вот я сейчас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Может, у вас есть какие-то еще идеи, как накрутить подписчиков. Поделитесь со мной этим, и я... тоже это предприму, потому что у меня подписчиков у самого не особо-то много. Вот, но принцип всей этой ситуации я понимаю, как это все работает. На этом все, ребят, удачи вам, вот таких вам заработков, пока.